И часть вот этого помещения сегодня под демонтаж идет, то, что уровень такой. Совсем скоро обновленная вторая кубинская школа будет готова принять учеников. Здание построили 50 лет назад. Но за это время капитальный ремонт здесь проводят впервые. Сейчас уже приступили к чистовой отделке и благоустройству территории. Глава округа Андрей Иванов приехал на объект и осмотрел помещение. Щиты временной механизации уже на объекте расставлены. В том крыле по бетону уже закатали гидроизоляцию. И сегодня, в ночь, завтра утром будем делать стяжку, финализировать уже. И выходим на перегородки. Готовность школы 50%. На объекте трудится более 50 человек в две смены. Работает 8 единиц техники. Людей еще добавят по поручению Андрея Иванова. Работы проводят в рамках реализации президентского проекта «Образование». Это будет полностью новая школа. То есть у нас из старого остались только несущие стены. Меняется фасад, меняются все окна, дверные проемы. То есть возводятся новые перегородки внутренние. По сути, это полностью новая школа. А еще благоустроят территорию. Появится спортивный стадион с полосой препятствий, беговыми дорожками, а также место для прогулки группы продленного дня. Все эти вопросы, то есть, обсуждаются с родителями, ну, с родительским комитетом, с учителями, с директором школы. По благоустройству как раз-таки работали, прорабатывали все совместно с ними. Несколько вариантов было, то есть, ну, отправляли им на согласование что-то. Актовый зал был совмещен со столовой. Теперь их разделят по разным этажам. Добавят современные классы по изобразительному искусству, музыке, танцевальные и тренажерные залы. На улице обустроят площадку для проведения праздничных линеек. Раиса Киян, телекомпания «Одинцова».